Так вот, ходишь, 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 бродишь по утрам. Люди купаются уже, значит, море потеплело. Мы сейчас дойдем и посмотрим, как там и что впереди. Чуть подальше, знаете, чтобы оттянуть момент приближения к нашему морюшку. Сегодня постараюсь погодное снять в самой Анапе. Но будет попозже, где-то около часа. Ждите. Может, что-то интересное там получится подснять. Всем вам души желаю, хорошего настроения. Хотелось бы сегодня еще раз увидеть дельфинчиков, но пока нет. Я вас приветствую на пляжике Кавказ. Постоянно все спрашивают, где это? Где это? Пляж Кавказ, друзья. Утро. Красота. Так, купальнички переоденьте пока. Переодевалочка вот. А, ну ты говорил, что просто есть что-то будешь переодевать. Так, ЦУ дал. А у нас пока с вами несколько секундочек, чтобы пощупать море. Он, видите, повыбрасывал ситечки. Кто-то сел, песок не досел. Вот волна. Говорите, в каких-то местах море вылучало, они рыбки плавают. Вода теплая, друзья. Не 28, конечно, но градусов 23-24. Доверьтесь моим ногам. Замерять температуру будем сегодня в самой Анапе. Вот он. Витязева, Анапа, ДЖМТ. Это место относится ко всем этим местам сразу. Шум прибоя. Такая волна. Эх. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, делитесь этим видеосюжетом, чтобы с утра люди уже знали, как море волнуется без них. Ни одно, даже маленькое водоросли, но единственное, разгоняется волна, может быть какой-то шторм, потому что ветер запустится, если он запустится с берега, вода будет теплая, но будет волнение. А это печально, можете не покупаться. В общем, все, я ушел.